Многих интересуют вопросы, нужно ли приобретать пиломатериалы в размер, как лучше распилить упакованные в пачки доски и какая стоимость торцовки. Все эти вопросы разберем сегодня на этом видео. Наша многолетняя практика работы с древесиной показала, что запас лишним не бывает. На свои строительные объекты мы всегда закладываем 10% запаса на отпил и выбраковку. Мало ли какой дефект захочется забраковать или, скажем, панели подобрать по оттенкам, необходимо также учитывать погрешности при замерах, от которых никто не застрахован. Стройка – дело такое. Бывает, нужно заехать за одной дополнительной упаковкой такой же доски. Ведь размер шипа и паза у разных производителей часто отличается. Также много материала уходит в тех случаях, когда не хочется стыковать досочки по длине и приходится закладывать запас на отпил. Поэтому мы не рекомендуем приобретать ровно столько материала, сколько строители посчитали в квадратных метрах полезной площади. Торцевать продукцию следует непосредственно на объекте, где все припилы будут более точными. В каких случаях можно прибегнуть к торцовке на складе? Во-первых, в невозможности транспортировки или хранения в доме или квартире материала определенной длины. Далее, вы хотите при заказе услуги покраска не красить лишние квадратные метры? Тогда вам будет полезно знать, что мы предоставляем услугу торцовка материала на качественном оборудовании, которое делает ровный заводской рез. Наконец, стоимость услуги торцовка пиломатериала составляет 20 рублей за один распил. К примеру, вам нужно распилить 20 упаковок вагонки штиль 4-метровой на 3,8 метра. Получается 20 распилов. 20 умножаем на 20, получается 400 рублей. Это экономия вашего времени. Подписывайтесь на наш канал, звоните за консультацией. До новых встреч!